ни одного административного. Все молодежь. В гости к молодым ученым приехал депутат Госдумы. Вячеслав Володин курировал строительство этого общежития на рабочий, поэтому не навестить Новоселов не мог. Вместе с ним приехал и глава города Олег Грищенко. В новостройке живут 98 сотрудников университета. Почти все кандидаты наук. Работаете в университете? Расскажите немножко себе. Молодцы. А когда заканчивали университет? В шестом. Дмитрий пока еще на пути к званию кандидата. Его защита на днях. Молодой ученый занимается биомеханикой, в университете работает уже 9 лет. В новую квартиру переехал с женой и маленьким сыном. Вселились мы где-то недели 2-3 назад сюда. Обустраивали мы, только косметический ремонт сделали, там обои на свой вкус поклеили, ламинат, может, сделали. Здесь все было, все было готово для жилья абсолютно. Да. Просто мы решили на свой вкус немножко переоборудовать, и все. Дом для молодых ученых возводили 3 года. На строительство объекта потратили более 200 миллионов рублей. Общежитие получилось квартирного типа. Здесь у каждой семьи есть даже своя кухня. Правда, туда Вячеслав Володин заглянуть не успел. Поэтому торт, приготовленный хозяевами, так и остался не съеден. Да. Роман Базан, Павел Смирнов, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.